В Тобольске продолжается реконструкция крупного спортивного комплекса «Молодость». Открытие ждут пловцы, каратисты и атлеты. Проводят работы в рамках областной программы «Тобольск-2020». Подробности у наших корреспондентов. Спортивный комплекс «Молодость» построили 27 лет назад. В последнее время здесь стала протекать кровля и потрескались стены. И вот на пороге третьего десятка у здания начинается вторая «Молодость». В шаговой доступности у нас находятся общеобразовательные школы, несколько общеобразовательных школ. И в связи с этим у нас всегда в рамках нашего комплекса всегда были дети. Здесь культивируются такие виды спорта, как, конечно, плавание, баскетбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, ушу и фитнес. В спорткомплексе занимаются 500 человек. Его двери всегда открыты для людей пожилого возраста и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Еще 200 тренируются по программе «Вторая молодость». Кроме того, именно здесь базируется площадка для сдачи нормативов ГТО. А после глобальной реконструкции комплекс может принимать на 400 человек больше. На данный момент ведутся работы по монтажу фасада, утеплению, а также внутренней отделке. Заканчивают ремонт кровли, в подвале монтируют тепловые сети. Процентов на 45 уже, даже, наверное, 50 выполнены. Также запланировано благоустройство. Наверное, начнем в июле месяце. Здесь полностью меняется асфальт, все это делается. Демонтажа очень много было. И сейчас ведется уже как бы полностью все стены возведены по проекту, которые заложены. Перегородки все из ГВЛ. Готов и пристрой к зданию. Это дополнительные 260 квадратов. Так на втором этаже появится новый фитнес-зал. Реконструкция комплекса «Молодость» началась в августе 2019-го. Закончить планируют к ноябрю этого года. Компания-подрядчик работает с опережением графика. Анастасия Лизаревич, Анастасия Плюснина, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.